сначала начну шокировать фактами, чтобы вам стало интересно смотреть мой ролик до конца. Земля — это единственная планета в Солнечной системе, которая не названа в честь Бога. А как вам такое? Смотри до конца, дальше будет вообще разрывные факты обо всем на свете. С вами опять я, Ярослава, и да, это самое главное в вашем интернете. Делюсь бесплатно с тобой интересной дичью на отдельных просторах цифрового бизнеса интернета. Рассказываю тебе о избранных новостях, детско шучу над звездами шоу-бизнеса, рофлю над кем хочу, как хочу и когда хочу. И платьишко еще хочу, но это не важно. Садись ближе к экрану, включай громкость выше, я начинаю выводить тебя из режима деградации, мой милый зритель. Начну с международных новостей. На родине аниме в Японии школьникам и студентам запрещено красить волосы. Если цвет волос отличается от черного, то администрации учебного заведения тебе придется принести фотографии своего раннего возраста. Сейчас вот чувствую, как все наши подростки с синими, красными, зелеными, фиолетовыми волосами не позавидовали своим ровесникам из Японии. Зато у них есть... В русском и английском языке нет названия «обратной стороны колена». Предлагаю придумать и накидать мне в комментариях варианты. Лучше отправим на согласование Кремль и Белый дом президента. Пусть уже ведут, а то как так? Например, за коленком, обратоколенком, подколенком, сгибалка, акнелог, пригибатель, костылька. Ну вы, короче, поняли. Ну что, скажи, крутые у меня новости, да? Сейчас тебе вообще огонь расскажу, если подпишешься на канал. 85% учеников всего мира делали вид, что пишут, чтобы их не вызвали к доске. Давай, скажи мне еще, что ты так ни разу не делал. А вот если ты так не делал, то тебе точно не больше 6 лет. И вообще, тебе завтра надо идти в детский садик. Пользователи Ютуба ежемесячно делают более 3 миллиардов поисковых запросов, что делает ее одной из самых популярных поисковых сетей мира. Ищи в Ютубе Ярослава Якушева. Проверь, что тебе покажет. Перед презентацией старта продаж новых iPhone в магазинах всего города пропадает доширак. Совпадение? Не думаю. Новости медицины. Поликлиники постоянно говорят, чтобы люди не занимались самолечением. В январе я хотела попасть к терапевту, но запись на прием к терапевту только на июль. В смысле? Новости из мира животных? Да нет, я про школу. Оказывается, у многих пауков слабая нервная система, и они могут умереть от страха. Что? Да при виде нервного паука от страха вообще можно ежа родить. Кстати, о ежах. Ежи рождаются без иголок, белые и почти совершенно голые. Маленькие белые иглы плотно прилегают к спине и уступают лишь на 2-е сутки после рождения. Новости русского языка. Пипидастры. Это мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд. Таким же словом еще называют разноцветные китайские метелки для смахивания пыли и синтетики. А не то, что вы подумали. Очень нужные исследования провели исследователи из США и Южной Кореи. Они сделали вывод, что если вы не хотите, чтобы ваш напиток расплескался, пока ты его несешь, то нести его надо, прикрыв рукой и идя спиной вперед. Ну вот, теперь ни одна капля не прольется. Пользуйся! Британские ученые наконец закончили многовековой эксперимент и наконец выяснили, если скрестить крабовые палочки, то получится крабовые крестики.
И это все потому, что перед пятницей 13-го всегда идет четверг 12-го. Кстати, люди — это единственные существа, которые сознательно спят на спине. Поэтому если ты видишь, что твой кот или пес спит на спине, проверь его на человечность. Нормальный человек смеется в среднем 5 раз в день. Хорошо, что мы с вами ненормальны и можем выражать больше. Вот он, пик гениального троллинга. Римский император Калигула однажды объявил войну Нептуну, богу морей. Его солдаты напали на океан и стали колоть его воды мечами и пиками. А потом Калигула заявил о победе и приказал собрать ракушки в качестве военных трофеев. Тролль 99 уровня. По просьбам котоводов продолжаю рассказывать вам факты про котиков. Кошки приносят вам мертвых животных, потому что думают, что вы просто плохая кошка и не сможете выжить без нее. Не, если реально разобраться, ты реально просто большая, плохая, двуногая кошка. Когда ты заходишь в комнату и забываешь, зачем пришел, значит, ты увидела то, что тебе нельзя было видеть, и тебе стерли память. Я нашла для тебя крутое занятие на следующий час. Что, если я тебе скажу, что ты не сможешь ни один из бумаги сложить пополам больше 7 раз? А? Давай, иди пробуй. И напиши, получилось тебе или нет. Буду ждать. Над Антарктидой запрещены полеты на вертолетах, так как пингвины, у которых короткая шея, пытаются посмотреть на них и валятся с ног, как домино. Я одна хочу посмотреть видео с падающими пингвинчиками. Ну а на этом было все. Всем пока!